Гомель отмечает 75 лет освобождения от немецко-фашистских захватчиков. 26 ноября 43 года город над Сожем стал первым областным центром страны, отбитым у врага. Знаковой дате в этом году посвятили десятки мероприятий. Митинги, встречи с ветеранами, а также реконструкции. Крупнейшее из них воссоздало само освобождение Гомеля и партизанскую войну. В мероприятии на берегу реки Соши задействовали более десятка уникальных образцов техники и вооружения. Автомобили, мотоциклы, пушки – все это отмечено. Также элементы униформы военных лет предоставили Гомельский областной музей военной славы и частные коллекционеры региона. У нас исторический броневик БАШ-64 42-го года образца, а также вот за мной стоит ГАЗ-67. Он тоже, этот вообще был отреставрирован, и он с гомельской земли, поэтому очень большая вероятность, что он вообще участвовал даже в освобождении. Сегодня в честь освобождения Гомеля пройдет торжественный митинг с возложением цветов, а также выставка военной техники и фестиваль полевой кухни.